Лисичанськ, місто Луганської області, зазнав численних обстрілів зі сторони російських військ. Як повідомили, в місцевій адміністрації загинуло 5 людей. Від важких осколкових поранень загинула дитина 1 рік і 7 місяців. Людей з міста евакуюють. За офіційними підрахунками, зі 100 тисяч жителів у Лисичанську лишається приблизно 50 тисяч людей. У місті працює 10 пунктів із видачі гуманітарної допомоги. Ситуация в городе стабильно напряженная. Вчера было очень много ворожих обстрелов, очень-очень много. Есть погибшие, есть там порядка 5 человек и ребенок. Поэтому это боль, очень большая боль, гибнут дети. То есть вчера удары были по детским садам, по мирным домам. То есть практически в каждом районе города вчера был нанесен удар. Обстрелы, бомбежки. Да сегодня ночью или утром, да тут уже со счету сбился. Непосредственно это было вчера, порядка где-то 8:50 я как раз ехал на совещание. Здесь очень нам сильно повезло, мирных граждан не было. Кроме этих повреждений, сбоку сгорело несколько машин, там порядка 4. Но, слава богу, именно здесь было без жертв. Мы в Северодонецке были, в троллейбусном депо. 1,5 месяца сидели, а нас никто не знал. Мы сегодня еле вырвались под обстрелов. Мы не знаем, куда нам ехать, у нас квартиры взорваны. Я не знаю, куда. Что нам делать? Что нам делать? Кому нас нам дети. С нами дети, да. Маленькие. Маленькие дети, старики. Мы не можем уехать никуда. Погорела квартира, сгорела полностью. Деваться некуда. Страшные были выстрелы. То есть мы к этому не привыкшие, поэтому пришлось обежать в ближайшее бомбоубежище. То есть и просидели мы там месяц. У меня 2 детей, поэтому это был край, надо было куда-то выезжать. Сейчас мы приехали сюда, и нам как-то надо на Днепр выехать. Вот такой слой пыли, мы все дышим этой пылью. Ни воды нету у нас. Там, что могли, что находили, то и ели. Сегодня мы выехали, ну, потому что детки. У нас там были детки, мы выехали сюда. Там остались еще старики и больные, которым тоже некуда ехать, вообще некуда ехать.